«Будущее в педиатрии» – так называлась вторая встреча в рамках проекта «Let's Talk About Medicine», который известный телеведущий и врач Константин Иванов реализует на базе Хадасса Медикал Сколково. 3 октября гостем «Let's Talk About Medicine» был израильский педиатр, профессор Эйтан Керем, автор концепции «Medical Home». «Medical Home» Medical Home означает место, где пациент чувствует себя как дома, где он в безопасности, где все знают его или ее, знают его заболевание, знают, как лечить это заболевание. И это понятие относится не только к самому заболеванию, но и ко всем аспектам болезненного состояния. Оно охватывает вопросы образования, развития, поведения, социализации и многие другие аспекты. Среди наиболее проблематичных и распространенных хронических заболеваний, с которыми сталкиваются педиатры в Израиле, профессор Керем назвал муковисцидоз, расстройство аутистического спектра и диабет. Говоря о возможной перспективе использования лабораторного метода генетического редактирования CRISPR-Cas9 в медицине, профессор Керем отметил необходимость разработки прежде всего этических норм, соблюдение которых оградит общество от непредсказуемых последствий. Это кардинальный, очень важный вопрос для пациентов с муковисцидозом, что появились лекарства, это так называемая таргетная терапия. Очень здорово, мы этого очень долго ждали, это таблетка, утром, вечером прием, и человек себя значительно чувствует лучше. Это надежда на будущее и очень большая перспектива. Подводя итоги второй встречи, ведущий проекта обратил внимание на оживленную дискуссию. Разумеется, мне это понравилось, потому что народ включался. Именно для этого мы и создавали проект, чтобы не было смущения и было больше открытых мнений, потому что нам этого страшно много не хватает. В последнее время люди боятся задавать совершенно правильный вопрос, на который необходимо получить ответ.